окнам. Действительно обещает очень приятные перемены этот месяц. Поэтому, дорогие друзья, для вас овнов со знаком плюс этот месяц. Главное запомнить правило: на работе ищите новых единомышленников. В любви и дружбе сохраняйте верность старым связям, тем более Меркурий у нас становится ретроградный. Да? Искусство дипломатии поможет вам в этом месяце не только избежать конфликта с деловыми партнерами, но и умело лавировать между ними, да, добиваться действительно своей собственной силы, цели и мощи. В любом случае, ваша планета Марс сейчас будет бороздить правление Стрельца. Это родственная благоприятная стихия, и, конечно же, это лучший месяц для иммиграции, нахождения любви в далекой стране, там особенно для женщин, какого-нибудь иностранца. Вот. И, конечно, очень хороший месяц для того, чтобы юридически решать все вопросы, очень благоприятно решать судебные разбирательства, особенно если уже это апелляционное какое-то дело, да. В любом случае, решение, которое поначалу вызовет ожесточенные споры в этом месяце, будет в конечном итоге принято. Благоприятные дни для Овнов – это 1, 3, 15, 16, 23, 24, 28 числа. Неблагоприятные дни, когда лучше ничего не начинать, не делать, не встречаться ни с кем – 7, 9, 18, 22, 26 и 30 декабря. О профессиональной деятельности в декабре, значит, Овнам действительно, если вы будете браться за что-то основательное, за что-то сложное, да, не следует вам позволять зарождаться каким-то зерном сомнения. Да. Только если вы будете уверены в себе, дорогие Овны, да, и оптимистично настроены, только оптимист возможен спасать, вы действительно можете справляться со всеми обязательствами, даже если кто-то примется чинить вам какие-либо препятствия, да? Не ограничивайте себя внутренними запретами, творчески подходите к решению задач, да, которые выдвигает перед вами профессиональная деятельность, да? Ну и самое главное, сделайте правильный выбор, он у вас действительно в этом месяце может быть довольно-таки правильным, вы можете даже найти новое место работы, либо открыть новый бизнес, особенно за границей, да, такая ситуация. В любом случае, проявляйте терпение и выдержку, и тогда декабрь вам действительно преподнесет немало, а я бы сказал, очень много приятных сюрпризов, приятных возможностей, надежд. Да? Вот. В середине месяца не будьте слишком заносчивыми и амбициозными. Коллеги с готовностью тогда к вам придут на помощь. Вы сможете получить от них полезную информацию, которая повлияет действительно на ваши дальнейшие деятельность, работу, да. В финансовом отношении декабрь самый удачный месяц для Овнов, да, поэтому, вероятно, прибавка в заработной плате, успешный новый бизнес и супер-классные продажи перед Новым годом. Но, дорогие друзья, нужно все успеть скупить заранее, чтобы это потом все продать до 12 декабря, желательно, пока Меркурий не станет ретроградным. Ну и, конечно, повышение зарплаты, премии, там, да, какие-то немалые суммы в подарок на Новый год. Действительно, будет масса приятных сюрпризов у Овна. В плане личной жизни отношения с партнерами в последнее время не очень вас радовали, да, но в декабре предоставляется возможность, дорогие Овны, исправить вам эту ситуацию. Марс покидает Скорпион в декабре и пришел знак Стрельца. Поэтому не бойтесь проявлять инициативу, идите навстречу своей половинке, искренне интересуйтесь ее мыслями, желаниями, и утраченное взаимопонимание вдруг неожиданно вернется, особенно после 12 декабря, когда Меркурий станет ретроградным. Если вы давно с кем-то рассорились, то можете вернуться в лунно-романтических ситуациях. Что же касается, дорогие Овны, в плане здоровья, в сфере здоровья в первую неделю декабря Овнов может обостриться заболевание сердечно-сосудистой системы. Чтобы не произошло, не переутруждайте свой организм физическими нагрузками, поэтому лучше, наверное, в первую декаду не ходить усиленно в спортзал. В середине месяца уязвимой станет у вас нервная система, не подавайте сложным страхам, необоснованным тревоге, да, лучше вообще слушать спокойную музыку, заниматься йогой, медитацией, в
конце месяца, дорогие Овны, особое внимание уделите профилактике вирусных заболеваний, возможны всякие ковиды, ОРЗ, значит, воспаление легких. Чаще проветривайте помещение, либо ходите на свежем воздухе, особенно благоприятно горный воздух, либо морской воздух. Пропейте курс, в любом случае, антиоксидантов, да, но не сильно ложитесь, особенно на красное вино, иначе там будет плохой аспект Нептуна к Марсу, и вы можете спиться, дорогие друзья. В любом случае, включайте в рацион питания чеснок и лимон, и больше отдыхайте, да, ну и звезды способствуют, что в 20-е числа вы куда-нибудь отправились позагорать, куда-нибудь в Египет, на Красное море или в Дубае куда-нибудь, да, в Персидский залив. Ну, куда вас вообще, дорогие друзья, пустят? Это может, конечно, быть и какая-нибудь Мексика там, да, или Бразилия, или Аргентина, да. То есть все может у нас быть прекрасно с вами, дорогие друзья.